Административная комиссия провела очередной рейд, на этот раз на улице Чернышевского. При обходе торговых объектов выявили немало нарушений. На первый взгляд все в порядке, но уже у первого объекта есть нарушение. У аптеки перед входом урны перевернули и заклеили скотчем. Это получается ваши действия, извините, на уровне вредительства. Не надо гражданам вредить. Они имеют право пользоваться урнами. Это по положению. К сожалению, у других торговых объектов урны переполнены, вокруг них много мусора. Не убирается и за магазинами. Хоть эту зону мало кто видит, но порядок должен быть и там. К одной группе также много нареканий. Ступеньки разбиты, травмоопасны для покупателей, на фасадах много рекламы. Растяжки, баннерная ткань в Московской области запрещена. Нельзя вот это вот, и тем более закрывать окна. По улице Чернышевской было очень много замечено нарушений. Но это наша больная точка нашего города. К сожалению, на улице Чернышевской не всегда все идеально. Общая картина показала себя хорошо, но при детальном рассмотрении мы видим, что урны почему-то перевернутые, а затем очень много тегов, граффити, которые размещены на фасаде, входной группе, бумажные объявления, мелкий смет. Большая просьба к предпринимателям просить клининг приходить хотя бы 2 раза в день, чтобы каким-то образом это контролировать и держать в чистоте. Такие рейды административная комиссия проводит еженедельно, но также возвращаются на объекты, чтобы убедиться, что все предписания выполняются.